Привет всем любителям турецкого кино! Мы рады представить вам лучшую подборку турецких сериалов с такими известными актерами, как Халит Эргенч и Бергюзар Карель. В последнее время сериалы начали выходить чаще, что не может не радовать. И до Нового года мы сможем увидеть много оригинальных турецких сериалов или же фильмов. Поэтому, пожалуйста, берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Иногда лучше провести время дома за хорошим сериалом, чем рисковать. Что ж, добавляй подборку в плейлист, чтобы не потерять, и делись с друзьями, которые еще ищут, что посмотреть. Сериалы все классные, так что желаем вам увлекательного просмотра. Напишите в комментариях, какую пару актеров хотите видеть следующими в нашем топе, или какая подборка может вас удивить. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Великолепный век». 4 сезона, 139 серий. В ролях Мерьем Узерли, Халит Эргенч, Бергюзар Карель, Арас Булут Йенимли, Эзги Эюбаглу и другие. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки Александры, взятой в плен турками и названной Хюрем. Позже она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого ей пришлось пройти очень сложный путь. Сериал «Тысяча и одна ночь», 4 сезона, 91 серия. В ролях Халит Эргенч, Бергюзар Карель, Тарду Флардун, Джейда Дюверджи, Митин Чекмес и другие. Убитая душевными переживаниями Шахрезада узнает о том, что жизнь ее сына висит на волоске. Он страшно болеет. Есть способ излечиться, но процент положительного эффекта невелик. Ее муж скоропостижно покинул этот мир. Ее сын – это единственная ее радость. Не получившая помощи от родителей супруга, Шахрезада принимает заманчивое предложение от своего босса Анура. Сериал «Ты моя родина». 2 сезона, 59 серий. В ролях Халит Эргенч, Бергюзар Карель, Баран Кузум, Пенар Денис, Мирай Данер и другие. Азизе – мать, которая воспитывает трех детей в военное время в отсутствии мужа. Муж у нее капитан турецких войск. У них же в детям две дочери Йылдыз и Хилаль и сын Али Кемаль. С ними живет еще свекровь, которая относится к ней как к дочери. Не только над страной, но и над нашими героями нависли черные тучи. Есть у них и невидимые враги, близкий друг Джевдета, капитан Тефрик. Он безумно завидует Джевдету, он с детства влюблен в его жену. Тефрику нечего терять, ничто ему не дорого, поэтому он сделает все, чтобы разлучить Джевдета и Азизе. Неожиданно приходит весть, что греки оккупируют Измир, и с того момента изменится вся их жизнь. Но оккупация принесет им и хорошую новость. Придет тот, кого они безумно ждали. Что ж, друзья, это был последний сериал сегодняшней подборки. Пишите в комментариях, какую подборку хотите видеть следующей, и я учту ваши пожелания. Всех целую, обнимаю, но надолго не прощаюсь. До скорой встречи с новым видео!